Всем привет! Сегодня хотим на нашем кузнечике померить зимнюю резину. Есть у нас вот такие вот колеса 235, 65 на 17. Это колеса родное литье с Эмели 164, ну наверное 163. Так, вылет сразу скажу. Вылет 56. Вылет 56. Ширина тут. В общем, вот такие есть у нас диски. Смотрите, кто к нам едет. Вот как раз для сравнения. Клиренс на родных колесах. Сюда. Ну, в общем, сейчас примерим вот эти колеса, ну и вам покажем. Также замерим, как выворот будет, какой клиренс, есть разница или нет. В общем, вот такое будет видео. Сейчас. Спасибо за колеса, когда мне грузить. Так, ну давайте сделаем замерчик. Давайте вот так по бамперу, что ли. Наверное, будет не видать тут по бамперу. Ты скажи. С этими колесами. Нет, вот здесь. Там плита просто понятная. 30. Ну вот поэтому вот. По фаркопу 34. А у тебя есть этот фаркоп? Нет. Ну, в принципе, он сравнивает. Что? 34 сантиметра, буду говорить, сантиметра. Резина, ты сколько на сколько? Ну, вот это, кстати, да. Вот. Здесь, кстати, резина стоит у нас 235, 60, 16. Это свой 140. Такая резина. И, кстати, мы на них вчера прокатились, на этих колесах. У него спидометр перестал врать. Он сейчас показывает прям четко. Километр в километр, да, по GPS проверял. Так, ну давайте вот здесь еще по порогам посмотрим. Вот. Мы, в принципе, на этом же месте. 30 ровно, да? Да? 30? Ну-ка, сзади. Также. Не сядь. Так, здесь 32. Что еще? Так, здесь 12 сантиметров. Спереди. Тут, тут 9, да? Да, здесь 9. Пойдем еще передний. Так, здесь 9 сантиметров. Здесь у нас сколько там? Здесь 7, по-моему. От бампера 6. Вот такие размеры. Ну и сейчас еще Мишка покрутит колесами. Ну, я сейчас сам, в принципе, вывернем до конца сюда и замерим в этом положении, в этом. Какие расстояния. Ну, вот оно, вот так, расстояние. Надо было, когда это вот, самое минимальное будет. Сантиметры там, да, в принципе, все проходит. Давай посмотрим, что тяжеление стало. Вот мне надо, когда вот здесь будет проходить, надо остановиться. Так, стой. Да. Сколько? Сколько? Давай. Так, ну вот самое минимальное, тут 3 сантиметра буквально вот в этом месте, когда под вывернутые колеса. Ну задевать ничего не будет, с этими точно. Почему хочу еще вот эти колеса примерить? Не то, что зимняя резина, а я в будущем хочу вот на эти, на 16 диски, купить 16 резину. Ну, возможно, УАЗовскую. Такую взять, ну чуть-чуть, чтобы она как бы внедорожная была. Грязевая. Ну не сильно грязевая, такая средняя. Средний, так сказать, протектор. Маленько, чтобы для грязи было и чтобы по асфальту не гудело. Что-то такое. А у УАЗовской резины полно 16. И у УАЗовской резины она примерно будет как вот эти 17. Поэтому я и примеряю сейчас вот эти колеса. Это мне в будущем войдет или не войдет у меня сюда, грубо говоря, УАЗовская резина.
Если не войдет, то придется да, искать вот с таким размером. В общем, вот так вот. Ну все, давайте сейчас примерим, замерим, что получается. Ну и прокатимся на этих колесах. С этими, кстати, они уже... Ну это здесь старая резина уже конченная, конечно. Это-то еще резина ей 2 года. У нее даже ни один шип еще не вылетел. Ну и она тянет, почему-то его влево стала тянуть. Потом попробуем переставим наоборот эти колеса. И посмотрим, будет тянуть. На зимний пока не буду ездить, потому что еще как бы рановато на зимний. Мне просто интересно померить. И также вот эти колеса я буду ставить с обычными бусовскими болтами, вот с такими родными, как бы короткими. Те, которые под литье, они немножко длинноваты. У них проточка не до конца нарезка резьбы, и она торчит. А эти вот четко, видите, насколько они выходят, выступают. И у этих вылет, по-моему, другой. Сейчас мы тоже замерим, какой вылет, какой размер диска. И мне, кстати, надо один вот такой диск, ромашку от V140. У меня один гнутый. Сейчас сниму, вам покажу. Ладно, все, давайте сейчас переставляем, ну и уже замерять будем. Так, ну вот такие у меня стоят здесь проставки. Переход с 5 на 130 на 112. Потому что эти диски 112 разболтовка. Как эти флянцы я точил, есть видео на моем канале. Там плейлист, токарная обработка. Ну и в принципе и в кузнечике есть. Можете, кому интересно, посмотреть. Так, проставка у нас 45 мм. А, кстати, вот эти. Давайте сразу диски посмотрим, какой у них вылет. Так, какой размер? Так, вылет у них 51, а у тех, я что говорил, 58, да? Да. Значит, они наружу будут меньше торчать, вот эти диски, еще. Эти даже лучше получаются по вылету, чем кабановские. Так, засними вот эту вот маркировку хорошо, чтобы было видно. Потому что мне надо вот такой диск найти. И говорю, я бы купил один или даже два, чтобы запаска была. В хорошем только состоянии. Все? Так, ну ладно, теперь ставим наше колясико. Правда, у нас 4 болта всего, да? Эхомуха. На передних маленький выступ идет. Маловато, я бы сказал. Сделал выточку эту. Колеса немножко тяжеловато одеть. Кумочки, кумочки поднимем. Видишь, слабо крутит. Он как будто, вот только схватить, но он как будто севший аккумулятор, блин. Свечки греет. Мало свечки погрел? Да он у тебя почти завелся, ты что-то бросил. Декомпрессор-то этот убрал свой? Давай, заводи. Ну она без них, кстати, быстрее крутит. Я когда у меня свечи выключаются на газике, у меня газик лучше, я тоже иногда завожу без этих, без свечек. Иногда даже штекер сдергиваю с этой фигни. Но я тебе говорю, не хватает оборотов. Это стартер у тебя финтит. Меняй стартер. Чуть бы свет не включал. Тоже есть дымник. Так, ну все, уехал наш корефан с деревни. Короче, поставили мы одно колесико, смотрите. Нет, вот отсюда засними. Крутится все ровненько. Смотрите. Вообще идеально на этих дисках, на этой резине, да? Биения даже никакого. Так, ну что, рулем сейчас покрутить, что ли? Да. Давай, вот ты говори мне, когда минимальный угол будет. Не до конца именно, когда минимальный. Все, стой. Да, вот так. А, ну он же поднят. Можно, в принципе, его руками было. Вот. Ну, поменьше тут, конечно. Ну, с другой стороны, задевать он тоже не будет. Было 3, да, сантиметра, сейчас где-то сантимчик. Так, ну-ка. До упора сюда, тут не задеет.
Там вот надо ту сторону посмотреть, до сошки еще размер. Здесь тоже все окей. Ну и пойдемте ту сторону, глянем сошку. А, ну с этим-то колесом, чем мы сейчас? Сейчас, подождите, поставим здоровое и глянем сошку, как здесь будет. Ну, кстати, можно вот поэтому давайте посмотрим. Наклонись. Вниз. Ну тут сейчас до сошки сантиметров дофига, да? Да не, не будет заделать. Короче, классно. Если, блин, сейчас эти колеса встану, я прям буду довольный, как слон. Ну и сразу видок, да, у него? Смотри. Он нифига себе. Он на этих-то мы вчера прокатились, он высокий был. Он на сейчас на Домграде еще поднят. Да все равно там видно, чуть, что он, да, больше. Ты че? Офигеть. Вот эти вообще колеса. Блин, ну все-таки хоть что говори, вроде, да, вот дебильно мы арки сделали, как вы там пишете, колхоз тудым-сюдым. Но колеса сразу вид меняют у машины, прям значительно. На родных колесах так это вообще, это, ну ладно, не буду ничего говорить. Ну ничего, все, короче, ставим сейчас на ту сторону колесико и посмотрим, как там будет. Что там, нормально до сушки? Да. Да, ну тут минимально, ну здесь так же. Ну, задевать не будет. Здесь тоже вот. Рука не пролазит, конечно, но и не задеет ничего. Здесь, конечно, маловато. Вот вопрос, вот здесь будет задевать, нет? На пробой. Вообще может. Ну, с другой стороны, даже если здесь будет задевать, ну, на шипах, конечно, плохо. А если на обычной резине, то даже и хорошо, что он здесь задевает. Это если какую-то сильную яму словить прям жестоко. Единственное, вот такой по пересеченке. А мы, кстати, на нем прокатимся сейчас куда-нибудь туда, вон в лес. Так уже под маленькой этой посмотрим. Черканут, их сразу будет здесь шипа, шипы видно, если шорхнут. Риски будут. Да, мы сейчас ездим. Ну все, это ровно. Да. Ну все, идеал. Клиренс сейчас посмотрим. Но они, наверное, слабовато еще, надо их качнуть будет. Что у нас там было, я забыл. 35, да, по-моему, было? У нас, да. А сейчас 37. Ну, 2 сантиметра поднялось. Ну, это немало. 2 сантиметра. Он сейчас, по-моему, стал. Он был немножко наклон вперед. Сейчас ровно стал. Нет, у него сейчас... Он вот так. Жопа ниже? Да. Ну, там чуть-чуть плиты еще не ровно лежат. Но все равно. Ну, подождите, сейчас еще жопа поднимется. Так, ну-ка, поэтому. Было 30 ровно, да? Да. Да, сейчас почти 33. Но оно будет 33. Жопу еще приподнимет. Чуть-чуть. Офигенно. Тут даже 3 сантиметра. Ни хрена себе тут им мудым. Ну это нормально, все крутится. А вот этот диск у нас, видите, косячный. Он вообще, видите, он мятый. Он, ладно бы здесь был мятый, он получается восьмеркой. Он прям виляет, блин, чуть не на сантиметр. Почему? Дури, надо еще один диск. До 60, а дальше уже ехать невозможно. Так. Так, ну еще раз замерим. Ну, я говорю, почти 33, да? Да. 32,5. Так. А здесь было 33, по-моему. Стало 35. Ну, здесь что-то не сильно... А, подожди. В ямку еще. 35. Ровно. Тут и было, по-моему, 35. Тут как-то не сильно поднялось. А, ну и по этим же мы еще замеряли. По высоте. Я уже, кстати, забыл сколько. Ну, сейчас, ну, если так вот прям по макушечке, 8 сантиметров. Ну-ка. А вот эти места, да, еще. 8. Здесь 6. По передней тут в этом месте. По передней 4,5. Сверху 6, у нас спереди получается 4. Блин, я уже забыл, кстати, сколько 7 было. Ну все, по сути, колеса переброшены. Вот так вот он, вид такой у него имеется. Ну, надо на них катануться сейчас. Давление давай проверим еще в шинах. 2,5 накачаем, больше не надо. Сразу навигатор, GPS. Посмотрим сейчас, как на этих колесах будет врать. Сейчас проедем по асфальту и колесовозке. Как раз там по пересечённой. Ну такая, не сильно пересеченное место.
ко мне интересно посмотреть. Руль, в принципе, я ничего не чувствую по нагрузке. Кстати, еще кусик нагруженный немножко. Так, мы привезли вот для него запчасти. На этой стороне. А вот поэтому на эту сторону он и ниже. Кстати, вот эти колеса мягче. А высота какая у него, капец. Сидишь прям реально, как на этом. И руль, кстати, тянуть вроде перестал. Колеса хрена. Так, ну вот что, сейчас едем 30. И здесь 27, в принципе. Те колеса, которые стояли, маловаты. Забьешь, что ли? Вот, а, вот, шоркает. Шорты у вас сейчас значит будет заливать. Крыло, опа. Так, спидометр иногда показывает. А, ну это еще листы там шелушат. Вообще колесо задело, но мы увидим. Сильно задеешь. Да? Это хреново. Значит, такой размер резины, блин, не пойдет. Надо будет что-то поменьше. Так, надо нам сейчас развернуть. Дальше не поедем, потому что я хотел по лесовозке. А смысла я не вижу по лесовозке ехать. Вот это что-то колесо прям вообще сильно. Ну, с другой стороны. Нафига. Вот это что такое? Чтобы какое-нибудь колесо плохо затянуло. А, так я на ручнике еду, ёперный бабай. Да? Конечно. Ни хрена я молодец. Ну-ка пойдем, где диски потрогаем. Сильно я их нагрел, да? Прям так хорошо пропилило, блин. Я искры видел, летели. Зазор, видите, маленький. Блин. Да, блин. Засадно, конечно. Да, барабаны тепленькие. Не знаю, что он тут. Опять же повторюсь, у нас та сторона поднагружена. Здесь нормально все. И тут зазор больше. Сейчас проедем маленько, вот здесь еще.
на этот пол разгоняется. Вообще, если это, конечно, шляпа. Или надо маленько перед не поднимать. Вылет большеват. Был бы чуть-чуть поменьше вылет, они бы внутрь бы туда спрятали. За арку. Теоретически проставки немножко можно включить. Я еще, кстати, на этот счет эту тему подумал. Не к сантиметру. Ну, как сантиметр. Миллиметров надо по 5 можно будет убрать. Один ковряк. Что тут сильно снимать дорогу, поедем домой. Ну все, такой вот эксперимент. В принципе, мы посмотрели, что хотели. Да, колесики немножко большеватые. Шоркают. Ну вот здесь-то, кстати, места больше вот в этом колесе. А та что-то сторона у нас попросевшая почему-то. Оказалось. Ну, не суть. В любом случае, он, видите, когда пригрузится. Надо или, короче, приподнимать перед немножко. Если ему добросить, в принципе, по одному листочку, может быть и пойдет. А вообще. Вот эта резина идет 235-я. Если сюда поставить какую-нибудь 215-ю. 215-ю на 16. Вот на эти диски. То я думаю, она будет нормальная. Надо посмотреть в магазине УАЗовской, каким идет размером. И в принципе можно, я думаю, ее будет. Ну а здесь у нас просто еще та сторона, говорю, загружена. Там профиль лежит. Если чисто на пустую кататься, то она пойдет, эта резина. Ну, опять же, не будешь же на пустую кататься, на бусике тем более. В общем, вот такое было видео. Заходите в плейлист, оценивайте, комментируйте. Ну и, как говорится, у кого, может, есть диск от V140 «Ромашка», напишите мне. Ну, а на этом давайте. Всем спасибо за внимание и до свидания.